Всем большой привет! Я сегодня получила свой заказ в интернет-магазине New Chic. Ждала я его, потому что заказала обувь, и мне хотелось посмотреть, что ко мне приедет. Я взяла тапочки домашние и ботинки на весну. Когда уже снег растает, мне нужны будут коричневые ботинки, поэтому мой выбор пал на конкретные. У меня есть вот такого цвета рюкзак, который я очень люблю носить. Я с ним практически не расстаюсь, поэтому именно под него я заказывала ботильончики. Вот так они выглядят. Если бывает, я показываю какие-то свои приобретения, и меня начинают критиковать, что я что-то не то заказала. Если вы считаете, что нужны женственные там сапожки черненькие на каблуке классику, у меня все это есть. Мне нужна была спортивная обувь, чтобы именно по любой грязи, где нет проходимых мест, мне нужно было вот такой вездеходик пройти, чтобы подошва была вот ботин, как у ботинок. И взяла я вот такие вот. А о ботинках, в принципе, они мне понравились. Они из линейки достаточно бюджетной. Давайте покажу, как они сделаны. Прошиты они все хорошо. Вот небольшая такая утеплительная тут вставка. Вот так они смотрятся. Запах они имеют кожзама, вот этого ПУ. ПУ считается вроде как морозостойкий, но мне на морозы не надо, они достаточно тонкие. Мне надо, когда растает снег, у нас нет асфальта около дома, и у нас очень далеко от дома идет достаточно грязная дорога, которая, когда тает снег, просто нужно, вот, как я вам сказала, вездеходы, чтобы пройти. И когда мы приходим к асфальту, там обычно из сумки достаешь разного вида салфеточки и начинаешь приводить обувь в порядок. Поэтому это то, что мне нужно. Вот спортивные такие. Ну, как не спортивные, а вот такие вот повседневные ботильончики, чтоб рюкзачок, ботинки и быстрым шагом в припрыжку. У меня, кстати, походка в припрыжку, поэтому мне классика не очень идет по характеру, и мне ее сложно носить. Надо походку менять для этого, а это сложно. Мне больше нравится, как я хожу. Ну, в общем, вот так вот они смотрятся. Они не прошиты, они проклеенные, поэтому я их буду носить именно в сухую погоду. Мне не надо, чтобы туда потом как-то все мокрилось и отходило. Так вроде все замечательно проклеено, но вот мне нужно на сухую погоду. То есть я в сырость их не буду одевать. Мне кажется, для этого нужно как-то более защищенные. Хотя сейчас современные клеи вроде хорошие делают. Вот так вот они гнутся. Ну, на ноге я тоже покажу. В конце ролика вставлю, как они на ноге. Для их цены они неплохие. Мне понравились. Аромат он выветрится. Но кожзамом пахнет. Это нормально. И второе, что я заказала, это были домашние тапочки. У нас дома очень холодно. И тапочки я взяла вот такие. Они внутри идут с мехом. Классно прошиты. Да, кстати, я по размеру не сказала. Вот в отношении ботинок здесь размер идет российский. 24,5. У меня нога просто вот голая ступня 23,5 сантиметра. И вот они у меня как раз под колготочки, под носочек, самое то. Почему я заговорила о размере, что вот ботиночки соответствуют. У тапочек размер, вы посмотрите, что здесь написано, надо это учитывать. 40, 41, 27 сантиметров, но на самом деле это отсюда до сюда. Мои 23,5 сантиметра, то есть 37 размер, только-только прямо вот. Сейчас я вам покажу, где у меня пальчики. Вот здесь вот пальчики. И вот до сюда. То есть тут размер нужно смотреть. Вот такие они теплые-теплые. Сверху это ткань, подошва резина. И тут все прошито. Качество, конечно, очень хорошее у тапок. Они дорогие. Они и на сайте, я ссылки все оставлю. Они на сайте дорогие. До этого я брала как-то дешевые, в магазинах покупала дешевые, но они быстро разваливаются.
Мне сейчас хотелось именно такие качественные, хорошие. Смотрите, какая это герметичная, прям она пружинит подошва. Очень приятная. Ногам тепло и очень уютно в них. Вот так вот они смотрятся. Тапки были в трех расцветках. Сапожки были в двух расцветках, черный и коричневый. Ну, я ссылки, не ссылки, а фотографии наверняка уже вам вставляла. А тапочки в трех расцветках были голубые. Ну, они у них почему-то зеленые называются, а на самом деле какие-то вот по фотографиям голубоватые. Красные и розовые. В голубых верхний слой голубой, внутри тоже розовые. А красные и розовые, они идут вот с таким розовым внутримехом. Ну, тоже покажу в конце, как на ножке смотрится. Тапками прямо я тоже осталась довольна. Единственное, что они уже дорогие по цене, они дорогие, конечно. Вот такой у меня был заказ New Chic. У меня был заказ еще и косметический, но я не буду мешать это все вместе. Лучше с косметикой я сниму отдельный ролик, чтобы не перепутать ничего. Ну а сейчас в конце вставлю, как у меня на ноге смотрятся как тапочки, так и ботиночки. Вот так они смотрятся на ногах. Хорошо гнутся, удобно ходить. Каблук тоже удобный. Так что буду с огромным удовольствием в них ходить. Не скрипят ничего. Вот так смотрятся тапочки. Очень удобно в углубление попадает в пяточку ножка. Тапки мне, честно, понравились больше. У них и качество выше, и материал хороший. Очень тепленькие, хорошенькие тапочки. Нравится. Ну, правда, они так смотрятся массивненько, но удобно в любом случае. Тепло. Ну, наверное, все. Я на этом буду прощаться. Спасибо огромное всем за внимание. Ссылки на все эти вещи я оставлю под роликом. Ну и на сам сайт оставлю под роликом ссылку. Всем до новых встреч и всем пока!